Записывать усики. Усики молодой девушки. Их плохо видно, но они тут есть. Усики у нас растут по бокам сюда вниз. И сверху они растут губкам ровно-ровно вниз. И здесь они растут вот так. А когда усики мы дергаем, у нас вот здесь на бороде бывают тоже волоски. Мы их тоже убираем. Усики это вот так относятся. Еще бывает борода. Бороды у нас здесь пока нет. В данном случае, поэтому мы будем обрабатывать усики. Сначала также лосьоном, как все тело, вытираем. Убираем крема, если они есть, тональный крем. Все, что очищаем от влаги. От влаги очищаем от жира, пыли, грязи, пота, все очищаем. Что-то у тебя ручка, что ли, нарисована? Ручка борода нарисована. Так, все, что хотел сказать? Так, следом у нас идет тальк. Маленькие салфеточки, либо спонжики. На лицо тальк не сыпем, сыпем на салфетку и потихонечку проводим. Носик не забитый у тебя, можешь дышать? Да. Хорошо. Так, шпателем берем совсем немного пасты, не знаю, видно, не видно. Только на один пальчик. Работаем пальчиком. А методы бандажной и шпательной покажу потом. Сейчас мы будем работать пальчиком. Это чисто самая профессиональная работа пальчиком. Что, нормально все? Так, закрывай ротик. Язычок, если можешь сюда подставить, под щечку. Язычок вот сюда. Ну, ты прям надави языком, чтобы щека натянулась. Язык вытащи хорошенько, сильнее. Вот, только вот сюда. Вот, давай, хорошенько язычок. Вот, нам уголочек надо этот. Делаем натяжение, чтобы нам спокойно можно было намазать пасту. Снизу вверх прокладываем пасту против роста волос. Срываем по росту. Прокладываем несколько раз, протягиваем пасту, чтобы паста подтаяла, опустилась к волоскам, хорошо зацепила их. И перед срывом мы делаем натяжение пальчиком, надавливаем. На хороший язычок, где это. И резко. Раз. Все, мы. Все, зайка. Все. Потихоньку. Боль рассеивается, стихает. Обязательно антистресс пальчиком. Погладили, пожалели. Еще разочек пройтись надо. Больно? Ну так сжалось, как будто было больно. Медленно, потихоньку язычок подставь, чтобы натяжение кожи было. Резко. Все, сейчас уже не больно. Сейчас не больно, потому что волосков уже нету. Ну, пушок на личке у тебя вижу есть. Под тальком видно сразу. Теперь сделай губки вместе, сожми. Вот так. Вместе сожми, чтобы натянулась нижняя губа. Вот, молодец. Молодец. Протягивать мы можем немножко под углом. А срывать мы будем строго, ровно вниз. Никаких вот таких боковых движений не делать, только вниз. Натяжение. И раз. И раз. Все. Все. Спокойненько, хорошо. Спокойненько. Немножко будет легкое покраснение, но все это пройдет. Еще разок. Так. Опа. И раз. Аж глазки запрыгали, задергались за глазки. Главное, что вовремя схватить пасту, которая улетела. Все нормально? Угу. Ты первый раз делаешь процедуру? Нет. Ела уже? Ну все. Значит, ты знаешь уже. Так, ну-ка сделай еще раз натяжение. Теперь сейчас мы смотрим вдоль губки, прям по контуру губ, по орелу губ. И тут тоже волоски. Мы тоненькой полосочкой также накладываем пасту. Чем дольше мы проведем, чем больше дадим времени пасте полежать здесь, тем лучше сорвутся все волоски. И раз. Надо делать неожиданно для клиента, не так, чтобы он был готов. И вот тут еще я вижу прям совсем немножко, но на просвет лучше видно. Прям по краю.
натяжку губок делаем. Паста должна потаять и проникнуть к луковичкам. Так. Теперь губки еще вместе сделай. Сильно-сильно натяни верхнюю губу. Вот так, под зубки. Вот, вот, под зубки прям. Угу, молодец. По середке мы точно так же делаем. Паста должна быть мягкая. Либо средняя, но никак не плотная. Здесь пушковые волоски, и здесь нужна мягкая паста. И раз. Придавили, подержали. Горячее сразу место становится, и паста подтаивает. Все хорошо. Угу. Так, теперь немножко сюда головку. Вот, и волоски лучше видно. И теперь здесь язычок сюда. Молодец. Проходимся пастой. Медленно, протягиваем медленно и плавно. Паста должна подтаять. Паста не должна тянуть волоски, поэтому потихонечку делаем натяжение, ставим пальчик. И от пальчика строго от себя. Натягиваем на себя, срываем от себя. Все, мое хорошее. Еще разочек. Тут уже меньше. Язычок сюда натяни. Вот, молодец. Молодец. Натягиваем. Угу. И раз. Все хорошо. Теперь верхнюю губку. Можно отдохнуть немножко, можно дать клиентке прийти в себя. Так, теперь сюда, в эту сторону, накладываем пасту. Медленно, потихоньку. И срываем резко вниз. Паста мягкая, она может скакать везде и всюду. На губах остается сахар, очень даже сладкие губки потом. Так, теперь еще разок вдоль губы, вдоль ареолы. Прям по самой кромке губ растут волоски. Надо сразу быстро взять. Ума хорошо, все. Нажимайся. Потом оближешься. Вместе сделай губочку, натяни верхнюю. Угу. Хорошо. Так. И раз. И раз. Все хорошо. Легкое покраснение, которое пройдет быстро. Так, смотрим на просвет. Черных волосков не вижу. Пушковые есть немножко. Так, здесь. Ты сильно близко себя в зеркало не разглядывай. У тебя не столько усиков, сколько у тебя в голове тараканов. Твои усики можно рассмотреть только при 10-кратном увеличении, как вот у мамы на телефоне. Это ты сама себя смотришь близко-близко и комплексуешь. А у тебя все хорошо и красиво. Поэтому... Следующую процедуру, если захочешь прийти, нужно обязательно отрастить. Не надо сразу срывать. Вообще усики делаются раз в месяц, а может даже и дольше. Ну, так как это лицо, можно... Потому что длина волос будет та, которая срывается, длина волос. Именно она нужна. Именно месяц отрастания должен быть, чтобы нам удалить все с корешками, и чтобы волоски, кровь не питала эти волоски. Чтобы быстрее все это начало уменьшаться, этот рост волос. Но так как ты молодая, у тебя только начался рост волос, то у тебя он будет расти. Опять же, чем раньше делать процедуру, тем легче можно избавиться от этого раньше. В молодом возрасте уже иметь малое количество волосков. Так, теперь вот эту часть натяни. Вот тут маленький пушочек. Он тоже. Зачем нам мужские бородки эти маленькие? И раз. На бороде волоски растут все вниз, сюда растут. И мы поэтому накладываем пасту вот так, срываем сюда. Пройдусь чуть-чуть вот так, вот таким образом. Вот так. Все хорошо. И здесь так же. Пушочек убираем. Раз, раз. Тут же не больно тебе? Или больно? Больно? Больно. Больно? А, значит, пушок, много пушка у тебя там, который уже вырывается. И раз, моя хорошая, лежит пальчики вместе, ротик, то есть... Главное сразу. Паста улетает все время. Все, мое хорошо. Сейчас все хорошо. Угу, все, уже нету ничего. А брови? Там уже быстро давай. Быстро. Так, бровки. Убираем монобровь. Убираем волоски, которые где есть у нас. Волоски. Только вот это посередине.
вот тут вытереть надо, сейчас сразу заодно. Здесь. Успокаивает этот лосьон после депиляции, убирает покраснение, воспалительный процесс, раздражение убирает, закрывает поры, витамин С, который очень хорошо для лица. И сверху мы обязательно приталковываем тальком, чтобы закрыть поры, чтобы в поры не попала инфекция. В течение суток не надо ничего. Вот тут, если где-то шишечки будут, это плохое твое натяжение, ты должна натянуть сильно-сильно губки. Это все пройдет, так что все нормально будет. Я дергаю, а у тебя губа. Поэтому надо. Вот так пока полежи, пока я сейчас здесь делаю. Так, здесь у нас идет. Здесь волоски растут вниз сюда. Поэтому мы натягиваем лобик. Кладываем пасту на место, где нет волос. И потихонечку срываем. И раз. И раз. Спокойно. Спокойно. Много пушка на лице, поэтому буду чувствительна. Натяжение. Резко. Все равно хорошо. Не это самое. Слабься. Такой, как резкий ожог, как будто скотч оторвали. Так, лишний. Немножко тут красненько, но ничего, все пройдет. Да. Все пройдет. Все. Бегите. Все. Вот, поднимайся, давайте.